Чемпионы мира среди любителей, финалисты Блэкпулского фестиваля, финалисты Кубка мира в Москве у вас в гостях. Ральф Мюллер и Ольга Амельченко Мюллер. И их показательный номер – та самая композиция латиноамериканского секвея, с которой на последнем чемпионате мира они заняли второе место. Основная тема этой композиции – «Кармен». Начиная с темы «Кармен», они как бы вкрапливают темы самбы, ча-ча-ча, румбы, но основная тема продолжается. Интересный номер. Тема «Кармен» продолжается, но движение румбы и мелодия румбы сменяет ча-ча-ча. Этими шагами этого танца решают хореографически эту часть музыки. И выход Тореадора, конечно, посадобль. Хороший номер, публика очень тепло приветствует Ольгу и Ральфа. Этот номер не новый, они танцевали его 6-7 лет тому назад, еще будучи любителями, на АРД Галла. Ральф Мюллер и Ольга Амельченко Мюллер. На многих показательных выступлениях, но несколько...